Да. Меня только беспокоит то, что красное сообщение выскакивает. Прикинь, вылетит, когда он нахуй на нас бежит. Ну, типа, нет ответа в течение, там, скольки-то секунд, и потом тебя выкидывает. Почему? Мы в этом направлении же шли. Ну, сейчас дождь стихнет, мне кажется, он голос подаст. Че, у тебя куска мяса еще нет, штаны положить? Она же тоже мокрая. Но уже это. Да и пофигу. Так давай медведя тогда завалим, потом в костер разведем, да посушимся. Уже до города далеко бежать. Вон там. Видел? Слышал. Очень близко. Всматривайся. Че? Всматривайся, говорю. А, не, я всматриваюсь. Тут ты иногда нажмешь на кнопку, а это... Половина фразы не слышно. Очень близко где-то. Видно, видимо. Давай здесь его сдать. Прямо рядом, я тоже слышал его голос. Пошел спать. Угу. Так плохо. Наша тактика с тобой ломается. Он вон там. По-моему, он нас увидел. Как-то настоящая охота прям. К левее пойдем его на момент. Давай высоту займем, да. С высоты его лучше видно будет. Блять. Я вижу его. Вон, я вижу его. Он смотрит на нас. Стоит на дымах. Да, чё, погнали? Давай, стреляем. Раз, на счет три. Раз, два, три. Фу, блядь. Нет, ты в меня не попал. Из карабина оказалось сложно стрелять, его перезаряжать, наверное, надо. Сука, пиздец. Он тебя не ранил? Не ранил? Блядь. Он тебя не ранил, говорю?